Зарплату не поднимут. Что есть, не отняли бы. Тихо, 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 тихо! Работаем до конца месяца и все. Сейчас денег нет. А забастовки не боишься? Не боюсь. Закрывай! Оцепляйте периметр и ждите. Сделаем. Так мы же не бандит. Поставшие рабочие. И пусть он тут на камеру расскажет. Ну а ты про нашу несчастную долю споришь. Будет им концерт по заявкам. Да ведь я понимаю, сейчас ты пододенешься. Ну и гляжу, как ты слезами залился, когда 300 человек на улице выпили. И кто ментов вызвал? У тебя детей нет, а у меня трое. Ну и нахер ты ввязался? Ты бы хоть сказал мужикам, что это революция. Только ради чего?